Простое и сытное блюдо для домашнего обеда или ужина. Делается легко, и продукты вполне доступны. Да и гости не откажутся от такого вкусного горячего. Блюдо делается очень просто. Сыр и зелень вы можете взять по своему вкусу. Край можно оставить так или закрепить при помощи зубочистки или кулинарной нити. Панировочные сухари создают аппетитную корочку. Приятного аппетита! Ингредиенты. Разрежьте грудку вдоль на две половины. Отбейте, посолите и обваляйте в сухарях. Смешайте сыр, хрен и зелень. Нанесите сырную массу на одну половину филе. Закройте массу пустой половинкой филе. Налейте немного воды в сковороду. Поставьте в горячую духовку, прийти равно 180 на 20 минут до готовности. Выньте и сразу подавайте. Приятного аппетита!